чает светушка в мороз. Дедушка Мороз совсем старенький. О, с наступающим Новым годом! Какой самый любимый цвет у Дедушки Мороза? Красный. Будутся ваши мечты, тебе хороших оценок, слушайся мамочку и папочку, учителей. И тогда в следующем году обязательно Дедушка Мороз исполнит все твои желания и принесет подарки под елку. Илюша нас проводит. Здравствуйте, здравствуйте. Опа. Его внучка? Она добрая? Снегурочка? Ребенок растерялся. Спасибо вам за хорошее настроение. Мы тоже. Хотите фото? Ринка. Он исполняет желание, Соня. Спасибо вам большое за хорошее настроение. Да, с наступающим Новым годом вам. Ну, давайте знакомиться. Кто это у нас? Приветики, приветики. Здоровайся. Давай, привет. Давай целоваться с Любочкой. О, как мило. Вот, скорее пойдем, дедушка, мама, посмотрим елочку. Какая елочка волшебная. Посмотри. Ну, Татьяна, покажи мне, какие у тебя игрушки есть на елочке. Какие игрушки у тебя? 50 шариков. Вот такой шарик кружевной. Наша елка широка, выше папы, выше мамы, достает до потолка. Как блестит ее наряд. Где блестит наряд у елочки? Как иголочки горят! Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят! Прекрасный стишок! Мама выучила! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А кто это у нас тут такой Дедушка Мороз? Это что, зайка? Зайка. Ой, какая зайка. Как тебя зовут? Даша. А меня зовут Снегурочка. Давай знакомиться. Ой, какая зайка Даша у нас, да, дедушка? А я Дедушка Мороз. Ой, как мило.
Садись сюда скорей. Спасибо, Снегурочка, спасибо. Видишь, какая у тебя заботливая, забочусь о твоих суставах, о твоей спине, Дедушка Мороз, забочусь. Борода твоя цепляется посоху. Ты видишь, какой у Дедушки Мороз посох волшебный? Да, волшебный. Он исполняет все желания. Держись за посох и загадай желание, которое ты хочешь. Слепой, глухой. А ты же громко будешь рассказывать стишок, да? Зайчик со мной еще не сидел. Да, зайчики с тобой только бегают, пользуются за тобой. Колка я иголка, гости к нам опять пришла. Огоньки сверкают, в клуб нас приглашают. Детям танцевать пора. Наши ножки топ-топ-топ. Наши ручки хлоп-хлоп-хлоп. Возле елочки танцует замечательный народ. Такая Снегурочка, дедушка так танцевал, что чуть не растаял. Подарочек от Снегурочки, да, зайка? У нас еще есть волшебный снеговик. Смотри, какой он веселый, классный, да? Скажи, пожалуйста, ты писала письмо Дедушке Морозу в этом году? Да? Дедушка Мороз, ты прочитал это? Конечно, прочитал. Мне знаешь на почту, сколько писем приходит? Ну, Дашина, я самое первое прочитал. Чтобы ваши мечты сбывались в этом году, а Дашуля обещает слушаться мамочку, папочку, бабушку, да? Чтобы Дедушка Мороз тебе в следующем году тоже подарки принес, да? Да, ты обещаешь? Дед Мороз и Снегурочка Фосфорита поздравляют вас с наступающим Новым годом! Дед Мороз со Снегурочкой желает вам здоровья, успехов, финансового благополучия, чтобы дома все было хорошо и чтобы в 2019 году ваши желания сбылись.